Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ревенгард. Так, ну что, мы с тобой заявляем награды. Отлично. Так, 9 в плюсе, то есть это получается вау. Гильдия почти, ребят, заполнена. У нас 16 человек из 20, и это круто. Так, привет, привет, привет. А как тут писать? Ага. Тоже со всеми поздороваемся. Норм. Так, ну что, давайте забирать, наверное, наши призы. Так, бесплатно деревянный сундук. Монетки, гемы. Так, а это что такое? Какой-то порошок и книга опыта. Прекрасно. Что у нас тут? Входящие. Забрать. Так, ага, ежедневные выплаты фестиваля. 55 цветочков. Слушай, а сколько нужно, ты не помнишь, для того, чтобы там что-то приобрести на этом фестивале? Сколько нужно вообще цветочков? Надеюсь, он еще не кончился. Ух ты, мы можем с тобой заняться прокачкой. Так, я, наверное, рыцаря своего. А у меня не хватит, да? Ну-ка. А нет, все, хватает, ребята. Сжечь. Чем будем сжигать? Да ничего. Так, и все вроде бы пока. Блин, я вот этого хочу прокачать. Книга опыта, кстати, точно. Точно, ребята, применить. Окей, улучшаем здесь. Прекрасно. Ну и как видишь, вот здесь у нас все идет именно по шмоткам, только прокачка. Выковать. Нам нужно очень много шмоток, чтобы мы их могли разбирать и за порошок прокачивать наши основные шмотки. Так, ну что, секундочку, давай-ка мы с тобой выйдем на главную страницу. Вот, фестиваль королевства за стеной. Давай посмотрим, сколько тут нужно. 100, а у меня сколько? Где мои листочки? А у меня, по-моему, только 98, да, получается? Блин, чуть-чуть не хватает. Совсем маленькая, ребят. Ладно. Где у нас тут? Арена героев. Гильдейские рейды. Ребят, я пошел драться с боссом. Бомбы. На тебе. Ребят, ну вы молодцы на самом деле. Ты посмотри, сколько вы у него отняли здоровья. Это всего лишь за сутки. Но вы крутые тут. Многие даже меня переплюнули. Ого, особенно вот Люксор, так он вообще, извини меня, почти в два раза круче. Молодец, красавчик парень. Ну что, а мы с тобой сейчас будем, как всегда, трепыхаться там где-то в низинах, в попытках навалять ему. Блин. Ну что, начнем? Что нам еще делать? Слушай, нет, не начнем, вот этого я уберу, потому что он ватный здесь, его сразу сдует. Наверное, вот так. Поехали. Ну что? Этого, наверное, сразу сюда? Нет. Вот так, наверное, сделаем. А, она не может дойти. Все, я понял. Ну что, маг, давай. Нет. Пока... Все, ребят, пропускаем ход. Пускай он сам летит к нам. А мы уже с ним будем... Конечно. Так он и прилетел к нам. Ёлки ты палки. Хотя, подожди, маг еще живет у меня. Так, давай-ка мы с тобой цепнушку. Совсем забыл, что у него защита, да, магическая. Ты достанешь? На-ка, молодец, под крит ему. Так и надо. Слушай, а если я полыхну сюда? Блин, и мой же под удар попал, получается, да? Давай-ка вот сюда. На-ка тебе. Кольнули мы его. Так, что он сейчас будет делать? Так, Макс, смотри, как держится у меня. Красавчик, давай вызовем подкрепление. На тебе, на тебе. Так, здесь можно, в принципе, взять провокацию. В плане, ему по барабану, что ли? А я хотел его надурить. Надурил, блин. Так, давай иди сюда. Давай молотом. На-ка. А дракончик-то мой все, сходить не может. Тогда вот так сделаем. Тогда сделаем так.
просто не могу туда никак вот дракона своего. Ай-яй-яй-яй-яй, давай сюда хотя бы вот переставим. Ага, вот он что делает. Так. Блин, а я супер удар потратил, а? А почему этот-то у меня... Я не понял, а что с ним? Тара, что с тобой? Почему ты там... загнулся или что с ним? Не пойму. Так, дракоша, давай-ка ты займешься вот этими яйцами. Отлично. Не хватает. А так, норм. Наверное, здесь лучше удар сделать. На тебе. А нет, Тара ходит, ребята. Что-то я не увидел сначала. Так, вот это, конечно, не есть хорошо. Сейчас он будет нам тут... Оу, бедняга, мой дракончик, ребят, погиб. Да на тебе уже, достал ты здесь. Яйцо надо уничтожить. Окей. Ну-ка, ты. Не хватает тебе мощей, да? Не хватает. Сложно, гадство, сложно очень, ребята. Он тем более еще вот этой массовой своей атакой, ледяным дыханием. Видишь, шипы еще везде расставляет. Так, маленько, маленько ударили. Давай так сделаем, отлично. Вот сейчас было по красоте. Давай-ка мы, наверное, конника сюда поставим. Пускай отхиливается, а мага... А маг будет бомбить. На тебе. Все, да? Ходы кончились, ребят. Но, тем не менее 175 урона мы ему нанесли. И мой герой получил левел ап. Сейчас мы посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну-ка. Так, прекрасно, очень прекрасно. Ребят, мы с вами прокачиваем скиллы. Это само собой разумеющее. Здесь у нас выполненные задания. Забираем награду. 200 монет. Так, карточка на лучника. Жетоны. Вот куда эти жетоны, ребята? Вот что мне интересно знать. Куда их можно вообще применять? И сундук зарабатываем. Шикарно. Так, монеты. Гемы. Книга опыта и... мясо с морковкой. Плюс жетон призыва. Слушай, ну это круто. Давай, наверное, призовем с тобой кого-нибудь. Кто нам тут достанется с тобой? Вот самая любимая моя часть игры — это призывать новых героев. Опа, 25 гоблинов. Ха. Ну, я имею в виду 25 карточек на гоблинов. Слушай, а по-моему, здесь что-то есть у нас такое, да? Нету, да? Я думал, сейчас что-нибудь на халявку. А на халявку уже был у нас сундук. Так, мы можем повысить себе уровень. Вау, 7-й. Ну-ка, 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 есть. Еще один жетон призыва. Я сразу же бегу и, ребята, его использую. Ну, так, интересно. 4 жетона на энта. А сколько вообще нужно жетонов, чтобы его призвать? Рейтинг таблицы. Ё-моё. Ну нифига тут, ребят. А, это, наверное, гильдии. Это не одиночные удары. Потому что, ну, ты посмотри. Тут еще и сезоны, оказывается, есть. Ага. Прикинь, 726 тысяч урона нанести. Я даже не знаю, ребят, как это надо прокачаться. Смотри-ка, здесь у нас еще какой-то берег сокровищ. Мелкая лагуна, стычка. Дай-ка я гляну, что это за стычка такая. Так, добро пожаловать на берег сокровищ. Соберите как можно больше наград, защищаясь от разных морских тварей. Вау. Это что-то новенькое. Погнали, я хочу, ребята, ух ты, смотри, награды какие. 2 попытки у нас всего дается. Ну что же, люблю новенькое что-то, поэтому мне будет интересно. Так, наносите урон врагам, чтобы повысить класс и проходить стычки. Количество ходов ограничено, так что проявите изобретательность. Проявите изобретательность, говорят нам, да? Ну, во-первых, я уберу мага, я что-то как-то не особо его хочу. И уберу нашего лучника, поставлю лучше нашего дракона. Все, начать. Подожди, а в чем прикол? Блин, а прикол, наверное, в том, что мне нужен был здесь лучник, да?
Твои же налево. Сколько ходов-то у нас, ну, дается? Что-то я как-то не посмотрел. То есть вот это я должен все схватить. Верно? Или что? Пока непонятно. Ну-ка сюда, если... Опа. Ага, ага, смотри, 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 что. Какие-то тритоны здесь у нас с тобой появились. Пойдем-ка мы с ними разберемся. Сундук, хочу вот этот вот. Оу, а он не такой простенький. Давай-ка мы сюда встанем и сделаем с тобой массовый удар. Подожди, подожди, родная, ты чё? Давай. Прекрасно. Так, а если я встану вот сюда, к примеру? И... вот так вот. Ну, кажется, я понял, ребята. Надо было сундук бомбить. Ой, а вот эта бочка опасная. По-моему, она взорвется, если я ее трону. Так, давай-ка мы, наверное, вот сюда с тобой перейдем. Денежку заберем. Так, ты, родной, перейди-ка сюда, потому что я эту бочку сейчас, наверное, буду взрывать. Только вот как? Слушай, а может быть ее надо взрывать, когда будут монстры, например, здесь? Вот сейчас, в данный момент. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так. Цепную. Вау, шикарно. Так, осталось 3 хода. У нас здесь все собрато. Так, завершаем ход. Угу. Так, вот эту бочку надо тоже взорвать. На тебе. Ну и кувшин. Так, следующая волна у нас принесет гемы, золото и кувшин. Давай-ка забирай вот это все. Погнали. Ну да, как я тебе и говорил. Гемы, золото и еще золото. Все. Мелкая лагуна закончилась. Можно сыграть еще разок, да? А вы кое-что нашли. Давай еще разок, а почему бы и нет, ребят? Довольно легкая и простенькая, мне нравится. И награды вроде бы неплохие, все-таки денежка, да? Так, давай мы их всех сюда поближе подтянем. Но единственное, да, здесь бы очень пригодился бы лучник. Вместо милишника. Так, ага, повылуплялись. У меня есть идея. Давай-ка мы с тобой вот сюда вот встанем и сделаем круговой удар. Вот так оно будет лучше. Так, тритончик, ты как-то тут... не в тему, если честно. Давай мы сюда вот встанем и вызовем. О, прекрасно. Тут два яйца, да? Тритоновских стоит. Слушай, их бы, конечно, уничтожить на самом деле. А мы сейчас попробуем. Ага, не выходит. Ладно, тогда ты встаешь сюда. А ты у меня пойдешь вот здесь вот разбираться. Прекрасно. Ну что, остается только Тару, да? Погнали. Так, что у нас тут? Сундук. Ну, давай его вскроем. Не вышло. А так, если... Опа! Там наручи, ребята, были. Я их увидел. Там были наручи. Так, заберем золото. И надо бочку эту подбить. Бочка, если взрывается, рядом предметы, которые лежат, автоматически собираются в нашу копилочку. Так, давай сюда. Так, и ты вот здесь забери, пожалуйста. Все, нет. Сколько там еще? А, 3 хода осталось. Но это мои, да? А, нет, здесь. Бамс, бамс. Так, забираем здесь. Подбиваем бочку. И дракончик забирает золото. Пропускаем ход. И последний остался. Что нам тут вынесет? Гемы, деньги. Все очень круто. Давай вот это все соберем. Да, ребят? Мы прошли.
Опачки, новый уровень. А вот про эти наручи я тебе говорил. Ну что ж, давай посмотрим, на кого они пойдут. А если они уже, как говорится, установлены, мы тогда их сможем разобрать. Приветственная акция. Герой редкий. Ого-го. Его звать Нимрул. Ох, ёк-калымыне. Да это какой-то, друзья мои, темный самурай. У него арбалет грубой силы и плюс булава убийцы. Даже, я бы сказал, не... Это все-таки ассасин какой-то, да? Да, ребят. Ассасин, он, похоже, за нежить, что ли. Или это маска у него такая. Так, что у нас тут еще? Стычка 2. А, это была стычка 1, стычка 2. И вот так вот, далее, далее, да? Окей, друзья мои, я, наверное, стычку 2 буду, наверное, за кадром. А хотя посмотрим. Так, что у нас тут? Прокачиваем молот. У нас что, книга опыта есть, что ли? Точно, ребята, у нас есть книга опыта. Так, а если я отсюда выйду, что у нас тут еще? Натиск. Ага, доступно на уровне силы 9. Арена героев, лига новичков. Я пока сюда не пойду, ребята. Я вот потихонечку фестиваль буду. Так, подожди, у меня хватает цветочков? Хватает. Ну что, друзья мои, рискнем. Так, монетки. Где мы? О, талисман для кого-то. Это что? Ох ты. Три карточки на какого-то нового героя. Ну что, в принципе, ребят, неплохо. Мне нравится. Так, следующий приз стоит 125 листочков. Запомним. Давай-ка мы, наверное, вот здесь вот. Опа, вот сюда можно амулет воткнуть. Броня плюс 3. Новый ранг. Опа. Слушай, ну круто. Матео, я тебя поздравляю. Растешь прямо на глазах. Но он крутой. Пока для меня это крутой парень. Плюс то, что он может призывать двух эфирных бойцов. Это классно. Ну что, мы с тобой двигаемся тогда на основную сюжетку. У нас с тобой компания и будет, видимо, вот этот вот босс на Чокоба. Легкий бой, так и написано прям. Ух ты, какой-то кузнец или воин. Золька верткая. А мне только трех героев доступно. Ха-ха. Ну давай я тогда, наверное, сделаю вот так. И здесь там кто у нас? Ну, можно и лучника влепить, мне кажется. Ну что, поехали. Начнем. Естественно, сразу дракона на возвышенность. Этого сюда, этого сюда. Посмотрим. Опа. Да ладно. Что-то вы тут, ребятушки, раздухарились-то, я смотрю, не на шуточку. Жалко, что он одного всего вызвал. Ну-ка. Ай-яй-яй. Ну разве так можно? Так, секунду. Этого-то мы добьем. Вот с этим что делать? Так, предположим. Уложились мы с тобой в три хода. Ну что же, неплохо. Меч. Мы с тобой заработали меч. Воткнуть его надо кому-нибудь. И уровень, да, прокачал у нас. Монти. Так, давай-ка мы улучшим твой выстрел. Давай немножко тебя прокачаем, в конце концов. Тут такая фигня. Я не помню, он с арбалетом там стоит или с винтовкой. Наверное, с арбалетом. Какая винтовка здесь может быть? Ух ты, а дракончик-то что у меня тут? Применить? А, у меня нет энергии. А что же я тогда могу здесь сделать? Я не понял, друзья, смотрите-ка. Шанс крит удара и крит урон плюс 8. Выковать ничего не могу, жаль. Но, тем не менее, все равно круто. Погнали дальше, ребята. Тут у нас гоблинки. Плюс наручи разыгрываться будут. Королевство за стеной. Вот это такое впечатление, что как будто персонаж заморозки. Так, что у нас тут? Две ячейки еще свободны. То есть я могу... Раз, два. Блин. Почему здесь вот свободное место?
Непонятно, ладно, начнем. Мак, ты знаешь свое дело, поехали. Не понял, ты чего? Ох, как круто он вжарил. А если я встану вот сюда и призову? Призвал. Угу, молодец. Ну что, добьем? Так, а Даркоша у меня вот сюда встанет и... Неплохо. У нас дракончик что, отхиливается, что ли, постепенно, я смотрю, да? Ну-ка. Ай-яй-яй. Тебе придется добивать. А ты не дотягиваешься. Понял. Пропускаем ход. Ой, дракон, подожди. Какой пропускаем ход? Добивай. Вот и все. Делов-то, ребят, на копейку. Вот и книга опыта. А вот у нас с тобой и... очки фестиваля. Продолжить, короче. Идем с тобой на следующий бой. Я не знаю, ребят, сегодня, наверное, попробуем дойти до босса. Но тут уровней, ё-моё, дофига для нас будет уровней. Пока воюем с одними гоблинами. Я не знаю, будут ли когда-нибудь новые монстры. А они должны быть, наверное. Опа. Ну-ка попробуем. О, вот это прекрасно. Сразу минус один. Дракончика сюда подведем. Лучника, наверное, вот сюда. Так. И вот так, посмотрим. Ах ты, смотри, что творят. Блок. Дай-ка я зажарю вот этих вот. Прекрасно. В минус. Знаешь, что мне не нравится? Вот эти вот олухи, которые стоят наверху. Совсем мне не нравятся они. Ну ладно, предположим. Слушай, нам нужно, наверное, с тобой сделать вот так. Цепную. Да. И этого просто добить. Опять уложились, все прекрасно. Опачки. Лук. Подвеска. То, что нам нужно. Так. Тихо, подожди, у нас тут задание выполнено. Заберем наши награды. Монетки. Так, книга опыта маленькая. И вот здесь у нас что-то должно быть. Ага. Что у тебя? Подвеска. Броня плюс 3. И все, пока. 34 уровень. Ох, ребята, здесь тоже подвеска и какой-то там лепесточек, цветочек. Не знаю для чего, но кому-то он явно нужен будет. Начинаем. Ну-ка. На-ка. Сюда вот, наверное, сделаем, да? Блин, то, что один персонаж всего лишь вызывается, это, конечно, вообще не есть хорошо. Вот сюда вот, дыхни. Найс. Так, а ты сможешь? Нет, ты сможешь вот это вот только. Ага. Цепная, слишком далеко. Ну, хотя бы так. Ну все, вам крышка, ребята. Раз. А вот это вот сильное, смотри-ка. Кританули. И добивка. Подожди, вот сюда. Главное уложиться за три хода. Слушай, кстати, дракончик скоро получит уровень. Наше солнышко. Почему его называют солнышком? Мне как-то сподручнее называть его дракончиком. Опять что-то выполнили. Так. Пять карточек на гоблина. Окей. Одолейте 15 противников с помощью атак дальнего боя. Да это легко. У меня как раз для этого есть лучник. Так, давай сюда мы поставим. Угу. Увеличили здоровье. Да, Сигрид, к сожалению, у меня пока вообще, ребята, как тебе сказать, не участвует даже в сражениях. Я ее не беру.
Ну, давай сюда поставьте еще листочек. Хотя у нее массовая атака, именно круговая, она очень хороша, вот согласись. Когда тебя окружает толпа, и она своим молотом бомбит. Это круто. Ох, ё. Ох, ничего себе, вы тут меня оккупировали. Вот здесь вот, наверное, нам придется взять с тобой Зигрид. Так, вот сюда я ее поставлю. Начать. Так, тут цепная, да? Да, поехали. Нормуль. Давай так попробуем. Здесь нам как? Нам, наверное, сюда. Вот сюда вот, блин, не получится. Тогда сделаем вот так вот. Круто. Блин, я боюсь, они его ушатают. Ну-ка. Вот так. А этого не добьешь? Н-н-н. На. Наполучали тут. Так, минус двоечка. Добьешь? Молодец, он критует. И очень, очень круто, кстати, критует. Что-то они у меня все под криты пошли. Вообще круто, смотри, крит-удар, крит-удар. А ну-ка, давай этого. Есть. Нормуль. Так, еще пока не получил уровень. Но еще буквально бой 2. И мы с тобой повысим наше солнышко. Так, двигаемся на 36 уровень. Здесь какие-то обломки. Плюс жетоны. Но это, видимо, амуниция, которую мы можем с тобой одевать на наших персонажей. Долина Арака. Так, а что тут думать? Подожди. Здесь надо лучника взять. Ну что, погнали? Вот сюда вот. Опа. Ух ты, это какой-то вожак у них, смотри. С щитом все дела. Так, дракоша, а ты, наверное, не сможешь, да? Не дотягиваешься, слишком далеко тебе. Плохо. Ладно, подведем всех поближе. Посмотрим, что тут у нас будет. Окей. Давай-ка этого. Без крита. Ушатали. Все замечательно. Так, пробивает броню, так что давай. Ну-ка, если так. Блин, один ханурик остался. Ладно, фиг с ним, сейчас мы его уничтожим. Ух ты, блок ставит. Ну-ка. Да что за... Что за дела, ребят? На. Фига себе, мелкий, а крепкий оказался. Ну вот, ребята, новый уровень. Новый уровень, давай посмотрим. Ну, во-первых, они прокачиваются скиллы. Это однозначно, сразу же. Когда получает новый уровень, сразу повышаем скиллы. Здесь. И здесь. Так, смотрим дальше, что у нас тут. Сигрид. Устанавливаем. И пока все. Пока все, ребят. Ну что, 37 уровень. Слушай, а мне кажется, именно вот в первой части, вот, да, первой кампании, тут, по-моему, везде будут гоблины. Скорее всего, во второй кампании что-то да поменяется. Ну что, начнем. Конечно, как-то они, вот если честно, стоят вообще не в тему. Нам вообще не обойти здесь. То есть чисто мостик вот этот вот нам преграждает путь. Странно. Дракончик, а ты сможешь? Ну, хотя бы так. Просто запалил все, прикинь. Так, цепная. Ох, ё-моё. Тут даже говорить не о чем. Не достанешь, да? Давай тогда мы с тобой вот эту вот, наверное, попробуем уничтожить. А, он не достает, ребят. Ну что, тут осталось всего лишь один удар сделать.
И все. Нет, не один. Два. Не понял. Ага, вот так вот. Все. Прекрасно. Ох, ё-моё, тут какой-то молот, подвеска. 100% это для моих персонажей. Сейчас глянем. Блин, ну... Ага, 38 уровень. Точнее, 38 миссия. Неужели... Да подожди, ты куда-то мне даешь? Неужели я тебе могу что-то... О, надеть подвеску. Перчатку. Так, а здесь у нас что? Так, пожертвуйте. Что такое пожертвовать? Бронзовый рукавник верности. То есть это подарить или... Но у меня нету, к сожалению, ребят, такого. Так, ну что, продолжаем, да, с тобой? 38-я миссия. Совсем чуть-чуть остается, и там уже будет босс у нас. Босса мы попробуем разобрать с тобой. Так, устраивает меня все. Дракончик, ты сможешь вот сюда вот полыхнуть? Отлично, так, лучник. Что, даже супер ударом не сможешь? М-м-м. Блин, они вот... Вот сюда бы не помешали бы дальники. Ну-ка, ты достанешь? Нифига, ребят. Не может он даже достать. Так, ладно. Придется идти в обход, а что же делаешь? Ну, давай. Опа. Опа. Ахо-хо, не хо-хо. Это что за фокусы такие, я не понял. Не убил. А так? Да ты серьезно, что ли? Блин, нам придется с тобой, малыш, убежать. Вот сюда, иначе нас там разберут. Так, если я отсюда... Нам повезло. У нас последний ход, ребята. На все про все. Так, минус. Да ё-моё, ну... А ну-ка. Есть, успел. Просто вот тут вот один ход наверху показывался. Оставалось. Слушай, прекрасные награды. Сейчас мы это все с тобой расставим. И пойдем на 39-ю миссию. Кого тут у нас? Ага. Применить. Дальше. На Монти, да? Одеваем. Новый ранг, отлично. Вот так вот. Ну что, а мы с тобой на 39-ю миссию идем. Малая книга опыта. Когда, интересно, будет большая книга опыта, а? Что ты мне скажешь на это? То есть я могу еще выложить? Нет? Нет, не могу. Блин, какие-то возвышенности. Кого нам нужно? Нам нужно с тобой дракон, наверное, все-таки реализовать. Пускай идет сюда пока. Так, окей. Блин, эти вот стрелки, они бесявые очень. Посмотрим, что враг будет делать. Ну вот, 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 об этом я тебе говорю. Смотри, как они наносят урон. Ну, дракон, слава богу, блокировал все. И это круто. Давай-ка вжарим сюда. Отлично. Так, теперь цепную. Вот сюда же. Ой, как хорошо-то сейчас было. Так, теперь вызовем с тобой, наверное, конников. Эфирны. Вот этого вольнем. Ну как, ты справишься? Нет. Почему-то он по атаке стал слабеньким, ребята. Я не пойму, в чем проблема. Раньше он всегда хорошо бомбил. Да? Вот этот вот наш боец невидимого фронта. А сейчас нифига. Но зато у него есть провокация. И это тоже круто. Ну что, мы с тобой получили всякие осколки, монетки. Естественно. Так, естественно, то, что у нас есть, по повтору одеть нельзя. Так, забираем с тобой награду. Ух ты. Венец гнева. Урон плюс 4. Слушай, не кисло. Только одеть его некому. Ладно,
мы потерпим. Ну что, друзья мои, мы уже на 40 уровне. Ух ты. Вот это точно, ребят, как этот королич. Так, дракоша, мы... Нет, 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 поставьте меня обратно на место дракона. Вы что делаете? Изверги. Блин. Да ладно, никто не может что-ли подвинуться. Да ладно, хорошо, сделаем так. Сюда. Сюда. Ну, как-то вот так вот. Посмотрим. Ай! Блоки, 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 дракоша, не забывай про блоки, пожалуйста. Во-первых, встанем сюда. Почему только этого? Под крит. Ясен перец, под крит. Давай ушатаем его. На. Лучник. Не понял, ты чё? Понятно, он где-то внизу там стоит, ничего сделать не может. На, на. Да потому что у него броня, ребята. Броня, она обозначается вот белой полоской снизу. Вот, теперь можно подбить. В блок, это же надо было так тупануть, а? Ой-ой-ой, ребята, в блок просто пробили. И тут в блок. Я офигею. Да ты серьезно, что ли? Игнор. Давай, игнор. Он внизу стоит, он ничего не сможет сделать, ребят. Но хотя бы Монти подсобил. Так, вот этого попробуем. Только броню сбили. Так, ребята, если сейчас не успеем бомбануть, то за 3 хода у нас будет фейл. Ай, Монти, красавчик. Монти, красавчик, тут не поспоришь. Карточки тут еще получили мы с тобой. Ну что же, сегодня пройдем, скорее всего, мы до босика. Даже, возможно, босика завалим. Так, Сигрид, бери перчатки. Опа, еще награды. С удовольствием, обожаю получать награды. И все, что ли? Опа, друзья мои. Герой доступен. Гиба и Гоба, династия Ринзи. Гиба безрассуден, а Гоба нет. Но им суждено быть вместе, как варварам и кровопролитием. Вот даже как. То есть у нас с тобой появился новый персонаж. Вот он. Из династии Ринзи. Можем сразу его, как говорится, приодеть. Ну, естественно, нужно будет его протестить. Это... Так, повышаем. Еще повышаем. Нифига себе, 2 звезды с лету, ребята, получает, прикинь. Так. Ну, давай. Прокачка нам нужна. Так, а здесь наносит врагу за целью 12 единиц урона. Врагу за целью. Хм. Интересно, как это понять? Врагу за целью. Что-то немножко не догоняю. Ладно, посмотрим. Он у нас, по-моему, если не ошибаюсь, дальник, да? Он может стрелять, по-моему, копьями. Могу ошибиться. Так, ну что? Вместо кого его попробовать протестить? Вместо тебя, может быть? Давай попробуем. Ну что, начнем. Дракон, твой выход. Твою ж налево, вот это он бомбанул. Ребята, сейчас будет, смотри, еще одна фишка. Так, Гоба, ну-ка иди сюда. Блин. Так. Не получается, ну ладно, вставай тогда вот сюда вот. Хотя, подожди-ка. Ну-ка. Оу. Ты видел, что он сейчас сделал? Он притянул врага копьем и там его атаковал уже после. А как ты сам по себе... Блин, тут у нас уступ. У меня не получится, да? О, дракон, самое то, ребята. Ему по барабану. Уступ, не уступ, он может перелететь. Или наоборот взлететь, куда ему нужно. Он крут. Летающий юнит всегда нужен в отряде. Тут не поспоришь.
Так, ну что, остается совсем, ребята, чуть-чуть, и мы с тобой пройдем. Запинаем этого босса. А потом, я не знаю, может быть, мне за кадром, а может быть, вместе с вами посмотреть второе испытание. А, про этот. А, можно еще героя поставить, да? Поехали. Так, ну что, начнем. Повышенный урон идет вот по этой ханке. А ну-ка, иди сюда. А, вот так ты делаешь. Ну что, влупим? Обожаю, когда вот эта вот цепнуха идет. Блин, слишком далеко, говорит. Ну ладно, иди сюда. Я надеюсь, тебя не завалят. Не хотелось бы. Ай, Монти, 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 получи. Что? Да что ты такой ватный-то у меня стал? Я никак не понимаю, а? Что с тобой не так, парень? Ну-ка. Ты понял, что он делает? Короче, если враг стоит, он может просто его пробить насквозь, через другого. Так, ага. Ну-ка попробуем. А этого нам надо уводить. И вот так сделать. Давай его, гаси. Гоблин против гоблина. Ну-ка. Ты бич. А вот ихние вигванчики, кстати, да? В плане, подожди. А что случилось? А ну-ка, подожди-ка. А что там произошло? Так, Монти, иди-ка ты пока отдохни. Я не понял, почему мы с тобой не прошли как положено? Что там не сработало? Цепная. Цепная, я говорю, давай сюда. Угу. Так, далеко ему слишком, понимаешь ли. И так далеко? Ну хорошо, просто перейди тогда вот сюда вот. Просто перейди вот сюда и все. Кого же у нас там подбили-то? Честно говоря, не понял даже. Ладно, ну-ка попробуем. Тут же защита от магии стоит. Нахлобучили. Минус. Пошел ты отсюда. Дракоша, давай ее вали. Просто, ребята, я так и не понял, что там произошло. Не очень особо был внимателен, кого подбили, так и не врубился. Ну, теперь, как ты видишь, все идеально. На 3 звездочки, как, в принципе, и положено. Что у нас тут? Так, у нас с тобой присоединяется, ребята, гильдия к нашей. Уже 18, ребят. Места ограничены. Так, давай заберем с тобой сундук. Монетки. Гемы. Ох, кольчушка. Жетон. И еще 20 карточек на этого гиба. Ну, я не против, ребят. Я нисколечко не против. Пускай. Так, давай-ка здесь прокачаем. Поставим ему щит. И пока здесь все. Так, Монти, что у тебя? Подвеска. Магическая броня 42. Ну что, остается всего ничего, ребята. Буквально два... Блин, вот это вот мне нравится. Ты видишь, там какой-то великан стоит. Ударил так, что, елки-палки, земля вся там взлетела на воздух. А, все, да? Все, я понял. Естественно, начнем с дракона с нашего. Елки-палки, вот это он жарит. А зря ты, наверное, парень, туда-то подобрался. А, маг, тебе не кажется? Блин, прикольно, он вообще может доставать вон. Обычный персонаж так бы не сделал бы. Так, подожди, кто у меня ходит? А, этот еще не сходил. Ой. Ой. Твою же дивизию, ребята. Придется переигрывать. Ну ты понял, да, почему? Потому что мы его конника завалили сейчас только что. Причем так легко, что он даже пикнуть не успел. Да.
Вот их вот эти криты. Это, конечно, что-то с чем-то. Если он кританет, мало не покажется. Да все, 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 тебе крышка сейчас будет. Нет, такой расклад меня не устраивает. Две звездочки? Нет. Еще раз сыграем, конечно же. Так, вместо конника. Давай вот эту вот возьмем барышню, а? Ну что, давай, дракоша, по старой схеме. Круто, обожаю, когда он так делает. Ну что, иди сюда. А ты вот сюда. Так как так-то? Ты же наносил удар, давай. Правильно, вот так вот. Ушатай. Отлично. Смотрим. Да блин, ты посмотри, как они бомбят, а. Блин, у него защита от магии. Блин, да что же делать тогда? Ну давай. С удара. Защита от магии, да? Давай сюда дракона поставим. Вот так, наверное, сделал. Что? Блин, слишком далеко. Ну хотя бы так, ребята, избежать. Ну, вот и все, я думаю, тебе карантарики. Нет, не пробьет. Не пробьет. На ты. Надо было лучника оставлять нам. Да ты посмотри, он восстанавливает все здоровье, а? Да он же запарил уже. Кто-нибудь может к ней подойти? Никто. Понятно. Короче, опять две звездочки, да? Он еще занял эту ячейку, которая хилит его. Шлеп. О-о-о. Он мне еще и персонажа завалил. Теперь в любом случае придется переигрывать. Так что, ребята, учтите, не все так просто, как кажется. Не все так просто. Давай еще раз. Это что такое, а? Монти, выручай. Так, вот это выберем. Хил. Все, поехали. Начинаем так бодренько и... Вот. Так, ты сюда. Надо как бы брать преимущество, ребят. Надо брать преимущество. Ну-ка посмотрим. Ага. На. Прекрасно. И еще вот так вот. Есть, ну наконец-то. Так, копьем. Вот и все. Да, надо было сразу брать нам с тобой Монти и мозги не компенсировать. Отлично, справились. Три раза переигрывал, офигеть. Вот тебе и Ревенгард. Что у нас тут задание? Ну-ка, забираем. Монетки. Жетоны. Да что вы мне все нагиба этого и боба даете, а? Покинул Алли Клю, покинул гильдию. Ради бога, ребят, я же никого не держу. Каждый имеет право зайти и перейти в более сильную гильдию. Так, что у нас тут с тобой еще? Ага, применяем. Ну что, остается совсем чуть-чуть, и мы с тобой пройдем. Пройдем этот эпизод. Монти смотрится так круто. Что у нас тут? Че, а, хотел сказать, всего 4 гоблина. Ага, с этой стороны ты не увидел. Нет, оставь ее, пожалуйста. Вот так. И все. Ну что, начнем. Во-первых, нам нужно полыхнуть. Нет, ты полыхни венком-то.
Обожаю, когда он так делает. На-ка. Блин, а у них здесь защита у всех, да, магическая получается? Ну, предположим. Тихо ты. Так, здесь нахлобучишь? На легкую, ребят. Этого минусанем. Так, подожди-ка, а что это у меня? Ну, предположим. А почему этот не... А, достает, все. Извиняюсь, я думал, он не достанет. Нормально. Блин, ты сейчас должен получить сложность. Ух ты. Бормочущая сфера. Что она там бормочет, интересно? Наверное, заклинание на победу дает. Так, ну что, давай сюда перейдем. Вот она, сфера. Прекрасно. И на Монте что-то есть. Окорок. Дают здоровье ему. Так, ну что, друзья мои. Последний бой у нас здесь, на этой локе. И это босс будет. Как я тебе говорил, во имя света, что это? Убирайся прочь, шакалы, глупцы. Бегите, пока еще можете. Мы выбьем вас из седла. Птица? Птица? Птица. Не робей, благородный скакон. Получай. Уровень с боссом. Так, сэр Флориан силен, но его птица даже более смертоносная. Вот так вот даже, да? То есть у него броня. Здесь очень хорошо зайдет маг. Маг есть. Ну что, начнем. Начнем с нашего дракона. Подожди, дракона. Нет, секунду. Как бы нам вот так, наверное, сделаем. Опа, опа, минус один, окей. Так, маг не дотягивается. На тебе. Блин, мы в шипах еще с тобой застряли. Давай вот сюда. Сейчас мы посмотрим. Ох, что он делает? Вот это он сейчас бомбанул, друзья мои. Вот это да. Тут нам как-то надо с тобой брать. Накося. Вопрос, это что сейчас было? Ребят, что сейчас произошло, я не понял. Что за взрыв? Это мой дракон. Ёпарасы. О, друзья мои, друзья, ты посмотри, что происходит. Я в шоке. Я в шоке. Нифига себе. Вот это босс. Вот это он меня порвал, ребята. А что делать? А как быть? Я... Ну, у меня просто нет слов, ребят. Да что сейчас такое было? Просто пришел, бумкнул, там что-то взрывы, что-то... Бум-бам, и все. Ну давай, попробуем. Надо пройти его как-то. Я даже не знаю как, если честно. У меня даже никаких идей нету. Может быть, провокацию взять? Кого тут можно убрать? Ну вот так вот, если... К примеру, ребят. Он, самое главное, что он выбегает и начинается веселуха. А так они будут по мне стрелять, верно же? Я думал, Сигрид встанет вот сюда, вот на отхилку, но... Нифига она не встанет. Ну-ка попробуем. Я боюсь даже лишний шаг-то сделать куда-нибудь. Он уже показал, что он может сделать. Давай-ка, наверное, поджарим здесь.
давай, посмотрим. Да он сразу моего рыцаря сносит, ты понимаешь? Сразу снес рыцаря. Да что это такое, а? Я беру провокацию, ребят. Поехали. Угу. Ну-ка. Что он такое делает, я не могу понять, когда мы его атакуем. Как будто какая-то контратака или еще что-нибудь в этом роде. Ты видишь? Он что-то делает, я не могу понять. Я не могу просто понять, что он делает, ребят. Он лютует охренеть как. Смотри. Видишь? И как мне с ним быть? Тут с ним хорошо справляются, ребята, только маги. Сейчас ушатает. Я в шоке. Я в шоке, я тебе серьезно говорю. Так, короче, давай попробуем магов. Да. Я прям... Я охренел, если честно. От такого босса. Просто охренел. Так, ладно. Предположим, мы с тобой сделаем следующее, вот так вот. Ну-ка. Отлично. Так, иди сюда, маг. Ты встанешь здесь. Пока терпим, друзья мои. Смотри, в чем прикол. Ну, я не знаю, давай вот сюда уберу его. Так, а что у нас это делает? По-моему, лечит, да? Все и вся, и везде. Ну-ка, вот так вот. Ага, предположим. Я могу его взять под провокацию под свою или нет? Так, если я этого... Вот так. Это, ребят, я не знаю, я сейчас просто пробую, экспериментирую. Тут, блин, вариант. Либо бомбить, либо хилить. Давай бомбанем, наверное. Смотрим. Угу. Так, он пока под гипнозом получается, да? Молния неплохо его бомбит, если честно. Но у него-то провокация сейчас кончится, по-моему. Атакуй. Если я ударю, он, наверное... Ну-ка, посмотрим. Пропускаем ход. Твою налево мага завалил, блин. Паршивец. Получи ты. Да ладно. Блин, ну на две звезды, ребят, ну это... Да фиг с ним, пускай хотя бы на две звезды. Продолжайте сражаться с сэром Флорианом, чтобы получить достаточно осколков и открыть его. Теперь вы можете открыть его через портал призыва. Да, он, короче, ребята, очень был слаб против магии. И очень силен против ближников. Ну что, давай посмотрим, кто у нас здесь выпадет. Ну-ка. Ох, ё-моё. Наверное, крутой чувак. Так, ну что, дракоша, ты у меня готов? Да, прокачиваем скиллы ему. Окей, неплохо. Скоро уровень получим мы с тобой.
Блин, ну это, конечно, жестко. Ладно, мы с тобой немножко покрепче, когда станем, мы его бомбанем. Нам не хватает буквально одной звездочки, чтобы получить вот этот эпический сундук. Так, и знаешь, что я хотел глянуть? Ух ты, я могу дракона еще вольнуть, да, разочек? Попыточка-то откатилась? Откатилась. Давай, поехали. Надо нанести ему как можно больше урона. Так что, ребята, вы, если что, по откату тоже присоединяйтесь и бомбите этого гаденыша. Ну что, начать? Так, рыцарь, давай-ка вот сюда вставай сразу же. Все, пропускаем ход, пускай летит. Так, броня поможет нам. И не только броня. Вот так вот. А теперь еще и вот таким вот образом. Найс. Давай-ка вот отсюда ему. На, кританули. Шикарно. Так, давай. Вот так вот. Блин, вот в ряд так лучше не вставать, конечно. Так, что мы с тобой можем сделать? Ну, хотя бы минус одно яйцо, да? Если... Вот так. Попробуем сделать. Отлично. Ну-ка. На тебе. Да на. Ханой. Ты запарил. Ты запарил тут свои яйца плодить. Слушай, ну магия его очень хорошо берет. Ой, тихо, подожди. Так, рыцарь, давай вот так, наверное, сделаем. А ты вот так вот. Ну, он на 45 отхил идет у него. Что-то чересчур круто. Сразу призыв делает, прикинь. Эх, рыцарь мой упал. Зато мы одного дракона сразу вольнули. Ну-ка. Крит. Крит. А если так? Да, магии он боится. Угу. Да ты запарил, а? На. Опа, блок. А чё вот это такой сильный? На тебе. Все, улетел. Ну, неплохо, ребята. Сейчас я ему 208 урона нанес. Я считаю, это прекрасно. Это, кстати, по-моему, мой рекорд. Если я не ошибаюсь. Так, ну что, у нас нету попыток больше, да? Вот здесь я хотел посмотреть, ребята. Ух ты, здесь можно книгу. Что, не хватает что-то, да? А, все, я понял. Все, я понял. Пока все в откатах. Хотя здесь почему-то, ребята, ну, написано играть. Ну, ничего не поделаешь. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!